куда не денешься, потому что им, ну, как бы все три пары откатались неплохо, вот которые соперничали друг с другом. Но техническая бригада, к сожалению, решает очень много сейчас в последнее время. И мне кажется, не всегда это бывает правильно. Но она решает, и ничего не сделается. Ну, к сожалению, у нас не так много времени поговорить на отвлеченные темы. Итак, давайте смотреть за произвольным танцем. На льду появляются Елена Ильиных и Никита Коцалапов, которые после первого дня соревнований занимают 6-е место. И свой произвольный танец в нынешнем сезоне катаются под саундтрек знаменитому кинофильму «Привидение». Длительные приготовления. Очень разочарованы были спортсмены по окончании короткого танца, но надеются реабилитироваться по окончании второго дня соревнований.
Это было выступление Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, которое, ну, практически повергло в экстаз публику.